Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. Как я говорил в прошлом эпизоде, я немножко таки отойду от дома там на пару километров, чтобы, как это сказать, ну, искать других покемонов, ну, и покеболы, которые можно встретить на земле, из которых можно выбить разные вещи, чтобы находить уже в другой... как бы в другом месте, так как вокруг моего дома практически уже в радиусе, не знаю сколько там, уже все облутано, уже найдены все сундуки, и уже как-то немножко не так ходить, так как ты знаешь, какие там уже местности, куда там лучше пойти, где что находится. И поэтому, как я говорил, я решил сменить место, уйти от дома там на какую-то дистанцию и начать поиски тех же покеболов и других мест для проживания, для разнообразия, чтобы учить новые места поиска покемонов. И как раз когда я летел на Шаризарде, вот я нашел деревню, я не знаю что тут, но я тут остановился, чтобы продолжить с этого места, с деревни. Ну, книжки нам уже не нужны, у меня уже есть столик, да, еда, в принципе, уже тоже, морковка, да, все, вроде тут уже больше и домов нет. Ладно, тогда опять полечу куда-то, не знаю, в какую сторону. Но я летел вот сюда и шел. Так, там, как это изменить, это можно удалить, этот waypoint. Это открыть. Не-не-не-не-не, этот удалить. А этот, как тут их редактировать? А, вот. Да, сейчас видно. Ну, уже практически такие много я отлетел, но думаю, еще можно немножко. Так, сейчас помучаемся, чтобы развернуться. Ну, во. Так. Ух, как ты глючишь-то. Снег, дождь, все, что можно. Так, ну, в этой биоме только. О-о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 -
посмотрим, может, что-то и найдем. Если повезет. Так, вход. Тут и. А, лучше вот так, в принципе. Так, ну и спускаемся немножко. Так, покушать можно. Так, главное не умереть. Во, все нормально. А, нет, еще нет. Лучше это все-таки разрушить. И, ну, я знаю, нужна нам вот такая еда. О, вот это нормально. И золото пусть будет. Ну и кость тоже пусть будет. Ну, нормально, думаю, можно подниматься. Хотя, TNT, думаю, тоже можно взять. Пригодится, может. Ну, лишний не бывает. Пусть будет. Так, нормально тогда. Вот, поднимаемся. Или че? Не, в принципе, да. Поднимемся. Да. И все. Ну, нормально. 3 алмаза тоже не помешает. Так, и я думаю, вот пойду я в эту местность, как бы, вот в поле, ну, в смысле, как это можно сказать? Ну, вот на такой территории поле встречаются, мне кажется, всегда более такие прокачанные покемоны с
с большим уровнем. Ну вот, 30 уровень, но я думаю, на него не буду нападать. Да-да-да, мне еще нужно словить 3 покемонов. В принципе, я даже не знаю, каких можно словить. Не буду говорить. Может, сейчас кого-то да и найдем. Да и в принципе, я хоть можно и построить такой небольшой домик, как бы мы уже далеко отошли. Почти что 3 километра, но это и не так уж и нету проблем, так как в Waypoint всегда можно телепортнуться. Ну, чтобы просто не блуждать вот так по полю, можно где-то создать такой небольшой себе домик и как бы, дополнительный. Так, это что за... Hexical Essence. Я себе что, еще какой-то мод установил? Да вроде нет. Ладно. Может, смешались как-то моды, я, может, играл с другими. Не знаю. Так. Спасибо, в общем, хотя Винонат, у тебя жизни так немного, лучше я тебя вот так убью. Так, давай, еще один удар. Ну, ему и так дал опыт, так как он имеет вот этот двойной опыт. И это мало того, что двойной опыт, но когда ты, я уже, наверное, говорил, когда ты не вызываешь покемона, а сразу нападаешь на какого-то другого покемона своим другим покемоном, то... Тот покемон, который имеет вот этот двойной опыт, ему тоже дается опыт, но уже не двойной, а просто одиночный. Но это тоже, можно сказать, огромный плюс, так как ты даже своим тем покемоном, у которого есть вот этот итем, не вступаешь в бой, но ему и так дается опыт. Не двойной, ну, как бы один раз дается опыт. А если ты вызываешь вот этого покемона, и потом... ним убиваешь или меняешь на другого покемона, и тем другим покемоном убиваешь своего врага, то ему дается 2 раза опыт. Кстати, Мяут, я думал, можно его все-таки словить. У него 1 эволюция, это не так уж и много. Пусть будет, я думаю, не помешает. Так, попытаемся его словить. Да, все, мы словили мяутом. И сейчас я не знаю, куда можно идти. Ну, в принципе, продолжим поиски. Я думаю, я сейчас себе построю, ну, буду строить небольшой домик с камня, чтобы разукрасить немножко. Ах, твою ж... Я как раз хотел словить мяута, чтобы его эволюционировать, а тут есть его 2-я эволюция. Ну, в принципе, это бы было неинтересно, так как он уже бы был прокачанный, и это можно бы было считать, что уже плюс 1 покемон, а так можно... Ну, в принципе, так можно его, в принципе, самому прокачать. Немножко времени займет. Так. Вот, нормально там ему опыта надавалось. Это что за фигня? А кого я сейчас убил? А, это что, из 2-й стадии вот этого нашего покемона выпадает вот эта штука? Нормально, я не знал. Так. Вы уж простите, если там очень-очень громко было слышно дождь, я как-то... на это не обращал внимания. Ну где этот покемон, твою же, я только вот сейчас его тут видел. Того круглого, забыл, как он называется. Ладно, бежим куда-то туда. Вот, кстати, этого можно убить. А, там еще один. Так, да я и сам на тебя вообще-то хотел напасть, но... Так, убей уже его. Нормально. Ух ты, там большая яма.
А, нет. Как-то показалась очень большая, я ее так перепрыгнул. Ну иди. Так, сейчас опять мил. Все убили. Так, там еще один такой покемон. Ну давай, 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 давай. О, во, попал. Давай, убивай его. А, еще один удар. Во. Так, нормально. Ну сейчас, я думаю, можно убить Египну. Опять Мил. Ух, да, этот на этого не очень так действует. Давай Кабутопс тогда. Да-да, это более-менее нормально. Во. Так, ну идем дальше. Идем куда-то вот туда вперед. Погода, конечно. Лучше бы день был. Так, то глючит как-то с этим дождем. Даже слишком. Ух ты, да глючишь ты, конечно. Так. Я вижу тут только поле, 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 поле и лес. Ух ты, напугал. Выскочил как-то. Ну, я его не буду ловить, но он такой прикольный покемон, но у него нету эволюции, так как нету смысла его вообще качать тогда. Поэтому... Так. Ну, есть какие-то еще покемоны, ну, чтобы прокачаться, более-менее есть. Иди сюда. Да харе уже летать. Стой. Твою ж... Во. Так. Еще один удар. Фу, да этот дождь уже когда-то прекратится или нет, я не в курсе. Так. Как назло, я и забыл команду, как его выключить. Да, глючишь ты. Зашибись просто. Ам-ам-ам. Так. Что там за покемон какой-то? А. Этого не хочу, не хочу, не хочу. Тогда бежим вперед. Все, короче, я уже за-за-за. Заколебался, да. Поставили там вейпоинт. Все, идем поспим, а то этот дождь уже кумарит, если честно. Думаю, пройдет и как раз день будет. Еще нет, не прошел. Ну, сейчас тогда. Идем опять сюда. Все, тут уже наконец-то прекратился дождь. Фу, как ты уже заколебал. Тогда поднимаемся вот сюда. Куда-то туда на гору. Можно, ну, в принципе, вот на такой местности уже нету каких-то покемонов, которые у меня нету. И, да и твою ж... Ну, в принципе, есть парочку. Ну, я их не хочу, вот таких, которых у меня нету, а они тут есть. Так.
Ну, грузись. Все? Да. Тогда. Я не знаю, куда можно уже бежать, в какую сторону. В принципе, я хочу себе дом сделать. Может, с съемкой, может, без. Я не знаю, как будет лучше. Ух ты. Так. В какой-то биоме можно сделать дом, не знаю, в какой. Что-то у меня вообще так глючит. Вот, камушек. Для Пикачу или еще для каких-то там покемонов. Бежим. В этой серии мы просто-напросто только и бежим. С этого дождя только лаги появились, и это меня раздражает немножко. И покемонов вообще нету. Мы словили только одного покемона. Так, да прекращай уже глючить. Так, тогда бежим, опять бежим. Я бы хотел найти себе одного покемона. Он вроде называется... Магмар или как-то так, тоже покемон огня. Но его фиг найдешь. В принципе, я его пару раз видел. Ну, не тогда, когда снимал, а так, когда играл один. И он был всегда, ну, вот в таких биомах, как бы, горы. Так как он... В принципе, должен находиться как бы в вулканах, на вулканах, если так считать по серии покемонов, если я хорошо помню. А тут его фиг найдешь. Да, в принципе, тут и вулканов-то нету, чтобы его найти. Так. На каком уровне этот Венунат превратится вот в того покемона? Забыл, как он называется. Ну я его вроде... Да, вот этот, 39 уровень. Не помню. Или 35, да, 35. А почему у Мью уже стала полностью жизнь восстановилась? У него же вроде где-то 100 было. А сейчас уже полная... я же поспал, я забыл, да. Так. Давай убиваем его. Все убили, пару уровней там прокачали. Так, еще не превратился. Но я думал, где-то на 36-м он превратится. Давай, убивай его. Еще один удар. Так, тогда этот. Ну, я думаю... В следующей серии я себе уже сделаю дом, но я дом еще расскажу. Говорю, я буду делать с камня, чтобы не было два дома с дерева. И я не знаю, напишите в комментарии, хотите ли вы наблюдать, как я строю себе дом. Я хочу себе как раз камин построить, не знаю почему, но просто захотелось. И поэтому даже с камня, чтобы не сгорел дом. Напишите, если хотите, я могу и так построить, если нет, тогда построю без съемки. Ну, я думаю, я сюда уже куда-то добежу, вот туда вниз. Ну, в принципе, даже не добегу, а долечу. А твою ж, я ему случайно ракенди дал. Ладно, тогда, покушать. Так, тогда садимся. Разворачиваемся, это будет долго или нет, или да. Ну, в принципе, нормально. Все, мы уже развернулись. Так, опять ты глючишь. Во, там еще один покемон. Что это за хрень было? Хорошо, что я не на большой высоте был, а то как-то он
залагал опять. Этот Снорлакс, он меня уже бесит просто. Его вообще нереально словить. Сколько я раз уже не пытался, то он спит и бьет меня, то я его бить не могу, то он с моря покеболов даже ловиться не хочет. Ладно, тогда, если не получится его словить, тогда получится на нем нормально прокачаться. Тогда иди, Шаризард. Сейчас посмотрим, спит он. Да вроде нет. Если я ему урон наношу, тогда он не должен спать. По логике так, я думаю. Ну вот сейчас он вроде уснул или нет. Или я как-то ошибся. Там какая-то надпись была, я так сразу переключил. А да вроде нет, он не спит. Ну тогда еще раз попробуем. Ну, да, хрен мы его словим. Ну тогда иди к Абутопсе, не знаю. Там пусть будет, не знаю, какие там скиллы у него нормальные. Давай еще вот этот пусть будет. Убьем, не убьем. Тогда еще Мегадрайн, чтобы немножко, ну да, вообще немножко себе жизнь восстановить. Ну, пробуем убить, убьем, нет. В смысле не убить, а словить. Ну хрен мы его словим, вообще какой-то такой покемон. Ну иди еще Мью. Тогда давай еще раз попробую. Нет, все, иди нафиг, этот Снорлакс. Я его уже не знаю, какой раз пытаюсь словить. Где-то третий раз. Хрен его могу вообще словить. Ух ты, да ну, реально? Мы словили Снорлакса, нифига себе. Ну, в общем-то, отлично. 42 уровень. Ну, в принципе, у него вообще нету эволюции, так как... Ну, нету эволюции, поэтому, можно сказать, его не было смысла ловить. Ну, в этом то и заключалось, что я его хрен вообще словил. Сколько я раз его пытался словить? Где-то в трех сериях или четырех, или даже пятёх я его пытался ловить. Вообще не получалось его словить. Сколько я уже там на него покеболов потратил, где-то штук 20. Или не знаю, нет, 20 нет, ну где-то 15 штук. Или нет, не 15. Ну, в принципе, где-то 30 штук покеболов я его 100% на него потратил. Да, ну давай еще на этого нападем. Давай тогда Мью. Все, убили. И поэтому можно считать, что Снорлакс считается за одного покемона. Это так, как я говорю, я его очень долго пытался словить. Вот он. Большой какой. И сколько раз он убивал моих покемонов и все такое. Ну, я думаю, это можно считать... Уф, упал. Думаю, можно считать то, что я его словил. И можно считать его за одного покемона, так как действительно его было словить очень сложно. Во, я еще вот такого покемона хочу. Вот такого, только не вторую эволюцию, как он есть, а первую эволюцию. Я не помню, как он называется. Если теперь я какой-то там Виппинбелл, то первая эволюция, если честно, я даже забыл, как там она называется. О, вот кого я еще хочу. Я думаю, постараюсь словить этого покемона, если получится. Вот. Не помню, какая у него первая эволюция. Старми или Старью? Вроде Старью. Ну, сейчас посмотрим. Если получится на него попасть в воду. А ну давай. О, с первого раза, нормально. С первого раза. Так, тогда Ультрабол. Иди, давай, лови, пытайся. Ну, во, словили Старью, да. Отлично. То бишь, если считать мы за этот эпизод словили трех покемонов, это вот наша кошечка.
Снорлакс и вот этот покемон Старью, да. И если мы уже их прокачаем, то все, у нас будет уже 30 покемонов. Я думаю, сейчас мы даже ловить покемонов никаких не будем. Ну, в принципе, если нам, например, попадется там еще один легендарный покемон, или еще там редкий покемон, или, например, Сквиртл, которого я уже очень много хочу. Но почему-то у меня его еще не удалось ловить до сих пор. Но я его находил, там не его, а его вторую эволюцию. Вот, я только хочу попробовать вот. Ох, ты Вартортл. Вторая эволюция Сквиртла. Давай, пытаемся его словить. Я не знаю, чтобы его случайно там не убить. Не знаю, кого там лучше использовать. Такие скиллы. Ух ты, нормально ты ему так стукнул, Кабутопс. Давай. Словись, пожалуйста. Я Бульбасавра словил с второго или третьего покебола. Ух ты, нифига себе, я словил Вартортла прямо с одного покебола. Отлично. Вообще отлично. Если честно, я даже не знал, что там кто-то есть, я просто-напросто бежал. И как вы видели, говорил о Снорлаксе, как бы мне хотелось найти Снорлакса, столько эпизодов я его уже хочу найти, а еще до сих пор не нашел. И такой бегу, вот как я говорил, он находится вот на таких островках, как бы видите, выходит в море как бы не островок, а как бы полуостровок, такая дорожка и такой небольшой островок. Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Вот такая небольшая территория выглядит как островок. И в принципе, там был Вартортл, конечно, не Сквиртл, не первая эволюция, а вторая Вартортл. Мы еще какую-то шахту нашли, я просто-напросто вниз копал. Я не буду сейчас тут что-то еще находить, просто-напросто сейчас опять поднимусь вверх, и думаю, на этом уже можно будет заканчивать вот этот эпизод. Если так посчитать, у нас 31 покемон и один легендарный покемон, это уже получается 32 покемон. В принципе, я потом посмотрю, что делать. Если Вартортл какой там у нас уровень, я уже, если честно, не помню, вроде 25 где-то. И короче, это получается где-то еще 10 уровней нужно прокачать, и чтобы он превратился там в какая его там последняя эволюция? Сквиртл, потом Вартортл, что-то я туплю, и потом, я и забыл, если честно, потом какая у него эволюция? Да это шутка, да я всегда помнил, знал, какая у него там эволюция. В принципе, я забыл как-то, как бы это странно не звучало. И продолжим в следующем эпизоде. Этот эпизод уже длится таки долго. Еще раз напишите, если вы хотите, я могу построить себе небольшой такой домик сразу при съемке, или могу построить вот так. Без съемки, так побыстрочку себе построить. В принципе, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось. Ставьте пальцы вверх еще раз. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.